Всем привет, с вами Грин, и я продолжаю играть в Prototype 2. И это уже шестая часть моего такого, небольшого летсплея. Итак, давайте продолжим выполнять миссии, но для начала до них надо добраться. Как обычно, потому что они у нас всегда в разном месте почему-то появляются. И Хеллер... Что? Так, у нас есть какой-то черный ящик. В районе Окестера соберите... 5 ящиков, вы получите мутации. У нас до него 162 метра. А давайте попробуем, почему бы нет. Так, нет, может сюда. Да. Офигеть, вот вы поверили бы, что между Хеллером и вот этим трупом 13 метров? Я бы нет. Что-то у них тут какой-то левак творится с метражом. Но учтем это на следующие записи. Радиосообщение. 255 дней назад. Вон тот фургон. Там точно что-то внутри шевелится. Может, зараженный, а может, пара бомжей. Поджигай. Можно же проверить. Дверцы открыть сзади. Нахер. Это закрытая зона. Поджигай. Забавная логика у солдат. Ну что ж, похоже, здесь у нас какие-то бонусные рассуждения о солдат в этих черных ящиках. Ну, в таком случае я не удивлен, что они сдохли все где-то. Ведь их же у нас получается много. Фью. Как же я все-таки люблю эти прыжки. Не-не-не, мне уже не интересно черный ящик. Ой. Так, ура, мы добежали. Ну как добежали, если только не палимся, не палимся. Прыгаем. Все, ура. Блин, хотел четко на вот эту метку приземлиться, но не получилось. Жалко. Стало известно, что Рукс скоро соберет закрытое совещание в штабе. Пора бы заглянуть к нему в гости. Послушай меня, будь осторожен, Джеймс. База в повышенной боеготовности. Тебе понадобится военная маскировка, чтобы пробраться внутрь. Да. Все будет в порядке. Так, военный заметит вас, если вы сделаете что-то подозрительное. Желтый, нажмите Space, чтобы продолжить. Подождите. Извиняюсь. Что мне надо? Войти на базу черного дозора. Ну что? Как обычно, ом-ном-ном, начинается миссия. Ну, мы пока что, правда, будем такими тихими-тихими, аккуратными. Так, а это еще что за нахрен? Магнит какой-то. Поглотите пехотинца черного дозора. О, идеальный момент. А? Вирусные датчики постепенно повышают уровень подозрительности. Когда шкала заполнится, то будет все очень плохо. Так, в угол, а то... Что ты на меня так смотришь? Вот лучше пойди поешь. Все, отлично. Бежим, а то у нас сейчас. Фу. Опять же, логика солдат. Неужели они не замечают, когда один вбегает? О, опять этот ролик какой-то. Так, внимание, у нас новый приказ. Гентек готовит рискованные испытания. С новыми протоколами по зараженным и гражданам. Все очень серьезно. Да. А сейчас ты умрешь, хоу-хоу. Ну давай, что ты тормозишь. Да ё-моё, ну чё тебе приспичило? Что за нахрен? Под столом, посмотри, под столом!
не слушаешься ты меня, Хиллер. Сейчас бы всю проблему решили. Ты сделал с Рубсом, что необходимо? Гуэра, я в полевом штабе. Какой-то Шаффилд проводит эксперименты на людях. Я знаю этого человека. Он работает с Беллами, вводит людям зараженную ДНК. Садист. Как, должен как и все в этой игре, по большому счету. Со всеми учеными, которые замешаны в этом, как ты говоришь, нужно разобраться. Да. Это я умею. Ладно, давайте постел. Как я же стелс хотел. Ну ты тупица, Хеллер. Ладно. Сейчас будет посложнее. Куда нам бежать? Здесь враг. Охраняйте исследовательскую группу. Давай, беги, беги, беги за ним. Да чё ты такой медленный? Я же захватил когтями. Я сейчас пытался выполнить бонус, как вы видите, он внизу написан. Но что-то у меня не получается. Может вот так вот? Да ё-моё, ну блин, это какой-то лагучий бонус. Я возможно, конечно, что-то неправильно делаю, но это невозможно. Хотя... Невозможное тоже возможно. Я какую-то хрень сейчас говорю, но все потому что... Ну да. Хеллер. Ты ничего умнее, как в стол прыгнуть не придумал, но сейчас зато у нас остался только последний ученый. И он там вроде где-то по городу бегает. Жир растрясает. Думаю, так будет незаметнее. Вон он, вон он, вон он. Мне казалось, что он ближе как-то. Ну ладно, на карте он уже совсем рядом. И... Давай. Это что было? Я поражаюсь иногда лагучести. Молчите. Все. Ну чё? Чё-нибудь узнал? Полезного. Хотя бы. Чуть-чуть. Продолжить. Ну уже все. Я думал, там еще что-то просто будет. Что ж, теперь надо сваливать. Белыми, это Мака. Группа Соломон. Они все погибли. Вечная память. Что? А за усопшего что мы платим? В желудке Хеллера. Шаффилд, как слышно? Где вы? Я в полевом лагере. Ну... Умирайтесь оттуда! Я посылаю к вам транспорт для эвакуации. Молись, чтобы я первым туда не добрался. Нужно... Бежим, бежим, бежим. Вот теперь уже начинаются настоящие миссии с несколькими подзаданиями. Это Беллами. Мне нужна бронемашина для доктора Шаффилда. О, я даже угадал, куда смотреть. Прикольно. Нет, не срочно. Прямо сейчас. Шаффилд необходим для работы доктора Берка. Давай, давай, давай. Хотя наверняка я по-любому успею, ведь таймера никакого нет. Я могу тут еще долго бродить. Ну а смысл? Лучше сейчас уже поторопиться. И потом уже бродить, если пригодится, если понадобится. Вот для этого я и продвигал движение, чтобы вот такие вот здоровенные равнины, назовем это так. Это Ред Краун. Пересекать. Будет через минуту. Прием. Торопитесь. Интересно, кто догадался сушить какое-то здоровенное тряпье? Вот я знаю просто, обычно на таких веревках в свое время люди сушили одежду в узких переулочках, там какой-нибудь Италии. Что ты делаешь, Хеллер? Что ты делаешь? В твоих паркурных способностях я ни капли не сомневаюсь. О, мы нашли. Давайте, доктор, вам сюда. Вы все испортили. Больше половины ученых Беллами погибли. Не беспокойтесь, в городе полно лабораторных крыс. Мы вас не найдем. Съели четырех ученых пофиг. Ладно. Срочно проследуйте с доктором Шаффилдом. Зону Индии, Зулу-7. Учтите,
Вас понял, Вайпер. Да ё-моё, все друг за другом наблюдают. Нехер на меня смотреть. О. Так. План начинает выполняться, только я не того съел, твою ж мать. Извините, люди. Не-не-не, все нормально. Блин, сейчас уже расстояние слишком большим станет. Ну давай. Ладно, пофиг на Вайпер, маскировку. Вайпер, 3-4, у нас неопознанный враг. Прыжок. 3-4, огонь, повторяю, огонь. Давай, скорей. Нет! О боже, пустите меня! Черт, патроны, ну давай, бей его. Боже мой, эта тварь пробила броню. Yes. Ух. Он был уже почти на базе. Боже, не убивайте меня! Зови меня просто хиллер, чувак. И у тебя нет выбора. Я хочу посмотреть еще одну заставочку. Поэтому я тебя съел. Добрая тетка. Итак, очередная нифига непонятная заставка, и убежи. Кто меня смеет? О, вот это снайпер. Че я? Я думал, у меня зависло все. Ура! Мы выполнили очередное задание. Ладно, я уже знаю, что это не Мерсон. Меня не обманешь. Ты убил этих ученых? Ага. Кстати, я тут кое-что слышал о первой фазе. Знаете, что это? Я этим займусь. Воу! Ура! По крайней мере, мы все закончили на этом, на сегодня. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И увидимся. До свидания, с вами был Грин.